2010 год объявлен годом чтения, поэтому Центральная Нарвская библиотека и Художественная галерея Нарвского музея выступили в роли организаторов новой для Эстонии акции «Прокат картин». Не каждый может позволить себе купить дорогостоящий подлинник произведения живописи или графики, но у многих есть желание украсить свой дом или офис произведениями искусства. И поэтому мы предлагаем художникам поместить на сайте Нарвской центральной библиотеки те картины, которые бы они не прочь были выгулить к другим людям и в их дома и офисы. Художник сам назначает цену и время проката картины. Например, это может быть неделя, а может и месяц. И если человек хочет украсить свой дом или офис какому-то важному событию, все, что ему надо сделать, это зайти на сайт, выбрать картину, которая его заинтересовала, и заказать ее. Если же картина понравилась арендатору, то он может продлить срок ее проката или даже выкупить. Всем известно, что произведения искусства, особенно подлинники, они имеют свою определенную энергетику. И может так случиться, что вы купите картину, а она энергетически к вам не подходит. А тут вы можете проверить, если состоятся духовные объятия, вы ее выкупите. Если она поселится органично в вашем интерьере, вы ее возьмете себе насовсем. Все художники-профессионалы, которые имеют картину у себя в мастерских и имеют желание принять участие в этой акции, могут сфотографировать свои картины, после чего фотографии выставляются на сайт, где потенциальный арендатор, а может в будущем и покупатель, сможет посмотреть на них и выбрать себе ту, которая ему больше всего подходит. Это уникальная возможность любому из вас почувствовать себя владельцем произведения искусства и, не выходя из дома, прикоснуться к прекрасному.